Аюр Металайт. Эта формула стимулирует и балансирует обмен веществ в теле, особенно то, что касается желез эндокринных, желез внутренней секреции. Особенно при проблемах щитовидной железы. Надо сказать, что проблема щитовидной железы за последние годы очень резко увеличилась. Началось это после небезызвестных событий Чернобыля, когда это было чисто внешнее влияние. Но последние годы очень-очень вырос процент проблем щитовидной железы. Не надо думать только, что эти проблемы есть в щитовидной железе. Это может касаться любой железы внутренней секреции. Но если сказать доктору что-то о вилочковой железе, то или там о надпочечниках, то как-то это не очень объективно, как бы не пощупаешь, не увидишь. Щитовидная железа из-за своей доступности стала железой, которая легко обследуется, легко выявляется проблема. И это в определенном смысле также говорит о большом процентном соотношении именно болезни щитовидной железы к железам других внутренней секреции. Все дисбалансы щитовидной железы показания этого препарата. И снижение гормональной активности и его повышение. Думаю, что, конечно, это не основной препарат, но как вспомогательный препарат можно рекомендовать. Особенно, если нет гормональных изменений. Когда гормоны в норме, а, например, структура щитовидной железы либо увеличена, либо какие-то узлы уплотнения, тогда можно рекомендовать. Уплотнение – это всегда место, где огонь снижен. Когда огонь эффективно циркулирует в органе, он поддерживает и питание, и очищение. Когда где-то что-то уплотняется, туда огонь плохо попадает. А этот препарат как раз балансирует метаболические процессы, то есть обменные процессы.